121, простите, да. Пожалуйста. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, федеральным законом вносятся изменения в ряд действующих законов с целью совершенствования государственного контроля в сфере оборота оружия. Законом, в частности, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Комитетом по обороне и безопасности, Комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитетом по экономической политике этот закон поддерживается. Прошу одобрить данный закон. Сергей Александрович, спасибо. Сергей Анатольевич Лебедев, правильно Мартынов все сказал, вы поддерживаете. Но вообще отдать должное Росгвардии, они после вот этих всяких случаев неприятных, они поднимали вопрос о необходимости усилить контроль за оборотом оружия. Вот за это вы молодцы, наконец-то спасибо. Этот закон уже мы принимаем. Сергей Александрович, благодарю вас, коллеги. Идет голосование. Прошу голосовать. Решение принято.